Я коренной бельчанин. Я родился и вырос в Бельце. Вы все меня знаете по работе в Совете, по городским и республиканским акциям, в которых мы вместе участвовали. С самого начала я в команде Рената Усатова. В 2015 году мы победили на выборах в Бельце. От наших предшественников нам достался город с разрушенной инфраструктурой и разграбленным бюджетом. 3 года мы восстанавливаем город и коммунальное хозяйство. Ведем непримиримую борьбу с ворами-концессионерами. Вместе с Ренатом Усатым мы сделали работу мэрии самой транспарентной и открытой в Молдове. Мы продолжим работать в этом направлении. Городу нужны инвестиции, новые технологии, больше рабочих мест. Мусорная мафия пыталась отобрать у нас право на чистый, красивый, современный город. Пыталась отобрать у нас право быть здоровым. Я не позволю держать город в заложниках. Ренат Усатый установил в Бельце 30 таких детских площадок. Это дело надо продолжить. Все дети должны иметь возможность проводить время на свежем воздухе. Защита детей – мой приоритет. Наша партия уделяет много внимания спорту. Я тоже считаю, что физическая культура – это здоровье и залог наших побед. Я не позволю уничтожить спорт в Бельце. В январе в этом кабинете я со своими коллегами провел 5 дней голодовки. Мы пошли на этот шаг, чтобы остановить репрессии и террор, развязанный центральной властью против муниципального совета и против всего города. Тогда нам удалось привлечь внимание международных партнеров и отстоять Бельце от рейдерского захвата. Мы поклялись бельчанам, что не отдадим город кишиневской мафии. До выборов осталось немного дней. Я прошу каждого жителя Бельца проявить солидарность. Каждый из вас может быть агитатором в кругу своих близких, знакомых, коллег по работе. Для меня важен и нужен каждый голос жителя муниципия, понимающего слова «справедливость», «закон» и «порядок». Заручившись вашей поддержкой, я продолжу возрождение Бельца. Бельцы должны быть современным, безопасным, интересным и перспективным городом. Бельцы – наш город.